Ішкі істер органдарын түбегейлі өзгеріс күтіп тұр. Осы мақсатта арнайы жол картасы әзірленетін болды. Елбасы сала министріне тиісті тапсырма берді. Сонда яқы елімізде полицейлердің жалақсы өсе. Тиісінше, полиция қызметіне жаңа талап қойылады. Тәртіп сақшыларының қызметті өсу жүйесі өзгертіледі. Полиция академиясына кадрларды дайындаудың жаңа әдісі енгізеді. Ішкі істер министріне осындай пәрмен берген елбасы барлық полицияны қайта аттестациядан өткізіп, тек мықтыларын қалдыру керектігін айтты. Осылайша полиция жазалаушы таяқ емес, халықтың көмекшісі болады. Все сотрудники должны пройти переаттестацию. Кто это не пройдет, только лучшие должны остаться, остальные уйти и набрать новых людей после аттестации. В-третьих, будут внедрены новые современные форматы работы с населением. Кардинально изменены критерии оценки полиции. Надо перевести работу полиции на сервисную модель. В сознании граждан должно укрепиться, что полицейский не карает, а помогает в трудной ситуации. Ты должен предложить, не кто-нибудь. Лучших специалистов у нас нету. Поэтому ты генерал и ты министр. Вместе с аппаратом и Советом безопасности. Предложите мне новую структуру на опыте других стран.